Готовясь к прыжку, этот ведущий специалист не цитологии и генетики попытался скрестить чувство юмора, обаяние и 120 килограммов живого веса. Проте експеримент опинився під загрозою зриву. Женя Никишин не врахував свого панічного страху висоти. Смог ли Женя проверить теорию на практике, увидим незамедлительно. Евгений Никишин. Меня зовут Евгений Никишин. Я юморист. Я КВНщик. КВНщик звучит гордо. Раздеваемся до без трусов, разбегаемся с пирса и булдых в запой на 2 недели. Первая тренировка – самая главная тренировка, поэтому к ней я подготовился основательно. Я сейчас продемонстрирую. Женя меня порадовал всеми своими уточками, матрасиками. Но во время соревнований ему это никак не поможет. Какой вид, посмотри. А? Подходим, не стесняемся, смотрим вниз. Можем подползти, да, если так уже совсем. Страшно, вообще капец, как страшно. Я очень боюсь высоты, и я пришел на этот проект только для того, чтобы преодолеть свой страх. Надо переходить более к серьезным элементам. А? Давай попробуем с метра. Смело, уверенно, разбег. Не мог вообще понять физику этого прыжка. Женя, это не так страшно, как кажется. Все нормально. Он встал, и он понимает, что он не знает, с чего начать. И у него ступор. Беги, просто беги, как на пляже бежишь, Жень. Особо удачных прыжков у нас сегодня не было. У нас были чуть лучше, чуть хуже. Один был совсем неудачный. В момент отталкивания поднял голову вверх, потерял ориентир, потерял себя в воздухе. Это больно. Он ударился, я почувствовал это на себе. Когда реальные прыжки начинаются, тут уже, конечно, не до шуток. У всех бывают плохие дни, у всех бывают неудачные тренировки. Не бывает, к сожалению, красивых прыжков без падений, без ударов. Я уверен, что у нас все получится. Отже, Женя піднімається 1 метр. Женю вперед. И он поднимается на высоту 3 метра. Я сейчас чувствую себя малышом, который встретил Карлсона, живущего на 3-метровой вышке. Женя, я не ожидал тебя увидеть здесь вообще, потому что знаю, что вчера у тебя были серьезные проблемы со спиной, с плечевым поясом. Ты его очень сильно потянул, и пришлось даже там, насколько я знаю, врачам вмешиваться. Да, потянул, застудил, оторвал. Все, что вот все плохие глаголы, это про меня. Но, знаете, у нас как говорят на Урале. Мужик сказал, мужик сделал. Поэтому на Урале все мужики тихие и молчаливые. Я знаю, что один мужик другого мужика за 40 минут до эфира уколол, сделал анестезирующий укол в плечевой пояс для того, чтобы не ощущать боли. Я на самом деле не хочу сейчас говорить о каких-то своих болячках. Если Я сказал, прыгну, значит, я должен прыгнуть. Как это будет, я еще не знаю, потому что я сегодня даже не сделал ни одного прыжка, не знаю, как это будет. Но надеюсь, что все будет хорошо. Женя, прыжок, который ты заявлял в стартовом протоколе, ласточка с 3 метров, что это будет за зверь? Птица, там, птеродактиль, какой? Было заявлено ласточка с 10 сначала метров, потом с 7, потом с 5. Но я понял, что беременная ласточка, она не существует ее в жизни. Но что-то я попробую изобразить. Для начала это будет с 3 метров обычный спад. Посмотрим, как будет плечо, как будет рука. Надеюсь, что если не вылечу, то в следующей передаче я постараюсь удивить беременной ласточкой. Друзья, это серьезные авансы. И мы взрываемся аплодисментами для мужественного уральского парня Жени Никишина, который готовится к прыжку. И прыжок этот называется «Спад с высоты 3 метра». Я хочу обратить внимание всех на то, что Женя делает вход в воду руками. А руки, плечевой пояс – это именно то, что пострадало на тренировке. Это будет очень болезненный прыжок. Видно, как больно Евгению Никишину. Незважаючи ні на що, на усю біль. І я сподіваюся, що костюм його зараз не потягне донизу. Всі учасники стоячи вітають такий мужній вчинок Жені Нікішина. Оплески. Були вигуки з зали. Глядачі, судді, всі зараз стежать уважно за тим, як він сюди дістається. Отже, вітаємо ще раз, Женя Нікішин. І акуратно не згуби штани. Женю, ну ти молодець. Чуєш, навіть Денис Селантів каже, що ти молодець. Він як спортсмен точно знає. Так. Скажи, ти як наступного разу на ластівку готовий, налаштований? Прямо зараз? Наступного разу, если дістанешься до наступной программы. Да, я посмотрю на состояние, обещаю, знаете, здесь тоже обещал и не сделал. Вот, так что если все будет хорошо, то я обязательно сделаю. Отже, Дмитре, вы, как досвідчений спортсмен, незважаючи на все травмы, он сегодня стрибнул. Настоящий человек, как он правильно сказал, мужик сказал, мужик сделал. И мне вдвойне приятно, что мы с вами земляки. Але він заявив інший стрибок. Вдвойне приятно и... Просто волевой человек, то, что я сам видел, что ему делали укол, и понимаю, что это такое, знаю сам по своим травмам, просто молодец. Ну, пускай был небольшой переход, но я оценю по достоинству. Молодец, так держать. Тамара, Женя заявил інший стрибок. Как вы прокомментуете ситуацию? Ну, во-первых, мне тоже очень понравилось выражение про Урал. И про мужиков. Это подкупает, я вам честно скажу. Но, во-первых, вы проявили характер, потому что я знаю, что с вами работал врач. Вот спортсменам моей сборной часто приходится проявлять сквозь, сжав зубы, через боль, выходить и прыгать. Но немножко был все-таки переход. Я хочу вам задать вопрос. Если вы пройдете дальше, сможете ли вы с такой травмой участвовать? Если вы не выгоните, то мы можем проверить. Если выгоните, то уже не проверим. На славу бере. Я удовлетворена. Владимир, ну вы как коллега. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что перед нами человек, который в своей профессии, поверьте мне, прыгает ну, у него такой уровень, что он прыгает с 10 метров. Поэтому я его очень уважаю. Это номер один. Второе, у него сегодня героический поступок. Это номер два. А в-третьих, вы знаете, очень сложно вообще говорить о технике Никишина. Потому что, да, посмотрите на Матиаса, посмотрите на Никишина. Не только травма, но и фигура. И физическая подготовка. Так что ты втройне чемпион. Молодец. Спасибо. Вот я думаю, что лет 10 назад я бы Матиаса перепрыгал бы. А, то есть вот каким будет Матиас через 10 лет. Так что, Леш, готовься. И я думаю, що зараз ми готові вже почути вердикт наших суддів, так? Я только жду, поверьте, вот прям очень жду. Серьезный момент. Отже, Дмитрий. Моя оценка 7 баллов. Тамара. Женя, моя оценка 6 баллов из-за перехода. 8 баллов. Женю, ти маєш 21 бал. Женя Нікішин отримав 21 бал від наших суддів. І поки що він другий у нашій турнірній таблиці. Це ми бачимо на екранах. А хто зірок опустився на 5-ту сходинку, тобто поки що потрапив у зону ризику, ми цього ще не бачимо. Шоу триває, і наразі вашої підтримки потребує Женя Нікішин. Ви бачили, якої волі він сьогодні потребовал? Все нормально, поверьте. Это не то, что героизм какой-то. Я просто, ну, если я посчитал, что я могу прыгнуть, значит, я прыгну. Если бы не мог прыгнуть, я бы не прыгнул. Кстати, голосуйте. Мой номер 5. Мне, кстати, мой сын перед тем, как я поехал сюда, сказал: папа, это тебе на удачу. Я не знал, что будет 5-й номер. Вот обратите внимание, номер 5. Тобто, якщо ви хочете побачити у його виконанні ще не один карколомний стрибок, віддайте за нього свій голос, телефонуйте 0-900-10-28-05 або надсилайте 5 на короткий номер 9969. І це зробіть щойно, лінії для голосування будуть відкриті. Врятувати улюблену зірку ви зможете одразу після того, як судді оцінять стрибок останнього учасника. Дякую, Женю, займай своє місце. А вишка триває!